Всем здрасте, мордасти. Меня зовут Денис, мы на канале Horde and Play. Мы продолжаем проходить игру Адский клинок. Мы, получается, победили двух боссов. Потом мы прошли испытание, получили меч, как у джедая, светится голубеньким. И теперь мы идем, я так понял, в будку к Церберу. Наверное. По крайней мере, это мои только предположения. Ну что, двигаем булками. Очково, трындец. Давно не играл. Так иди или бежать. Ёпты. Ох. Звуки, конечно. Опять 25, продолжай бежать. Бляха-муха, опять темно. Ёшкин матрёшкин. It's me, Senua. It's so loud. It's not her. So full of hate. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. Uh-huh. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. Ёпты, вот это у нее лицо. А сзади шо, не понял. That's why they crawl through the walls. Don't listen. Do you see them? Do you see their faces? No. На отражении сзади что-то было у нее. А, это ее второе лицо. Да дура, никто и не уходит, мы же только идем вперед. Ага, получается дверь запечатанная. Да. Опять мы будем воевать с кем-то. Должны идти какой-то... Похожие три знака. Ну, пошли искать. Да хватит мне на ухо говорить. Капец. Ух ты. Колодезь. Конечно. Конечно, надо идти вниз. О, можно и наверх. Выберем, как говорится, самый легкий способ. И не путь. Сначала пойдем вверх, потом охуеем, что там происходит, и пойдем вниз. Ёпты, блин. О, где-то что-то здесь. Ух ты. Я так и думал. Так. Так, где-то здесь что-то. Писец, нихера не видно. О, где-то что-то. Трупики? Не труп. Тихо там. Ты где такой? О, какой-то вход. Аж мурашки по коже. Ага. Вот так. Опля. Ага, не пойдет. Что так все затихло? Не пойму. Где-то должен быть знак. Че у тебя рука дергается? Сипаная, да?
По-моему, где-то должен быть знак, но раньше он зажигался. Его было видно. Прям отчетливо. Когда вот надо выбрать, он... Да ёпперсы ты. Больше от звука обсираюсь. В жопу. Что это вообще такое? Блин, ну где-то же здесь этот знак. Где-то здесь. Может тут где-то, верно? Не, здесь. Здесь. Здесь его нету. Пошли дальше. Будем потихоньку. Так, 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 так. Тут ничего такого нету, похоже. Где-то это буква П, типа. Типа буква П. Ну, прыгать мы, правда, не можем, как обычно. Я вот позабывал уже все кнопки. Где чё жать? Ну тут было немного похоже. Если честно. С этой стороны вот так вот, вот если встать, то вот так вот это похоже. Но она должна выделиться. Сама эта буква должна выделиться, она должна показаться. Каким-то образом. Как под самой первой стать. Может, надо пройти другие, чтобы открылись. Открылась та. Наверное, да. Наверное, скорее всего, там надо открыть тот ту дверь. Тот круг. Ага. Ага, ага. Not like it. Ага, ага. Ёпты. Вдруг я где-то это самое. Ага, тут закрыто. Да закрыто, не пробуем. Ладно, пошли сюда. Тупик. Ничего нет. Не, наверное, все-таки где-то там что-то было. Ага. А как это? Я сюда пошел? Я ж сюда пошел? Я сюда пошел первый. Правильно? Да. Я отсюда же вышел, при том, что я поднимался вверх. Или нет? А, не, я не сюда шел. Понятно. Тык. Ладно. Если не получилось вверх, пойдем вниз. О, где-то соуклевался уже. О, зашибись мне. Что-то еще было здесь. Как бы не обосраться теперь. Тихо-тихо, факел повыше. Повыше факел, ё-моё. Сейчас потухнет. И шо? Бежать надо. Давай, давай, давай.
Че за? Видение было? Не понял. Наверное, мне не сюда. Блин, а назад нельзя теперь. Ой, ужас. Давай, греби. Греби, давай, быстрей. Давай. Сюда пришли, давай, побежали. Без тормозов. Где свет? Свет. Ага. Тут и знаки могут быть. Так, побежали. Давай. Опля. Так. Огонь-то ладно, так мне ж надо. Мне нужно где-то. Ага, ладно, наверное, надо взять огонь. Тихо. Че, иди огонь. Тихо. Ага, вот. Так, а теперь можно идти дальше. Так, где-то здесь. Где-то здесь она должна быть. Блин, раньше было намного легче. Сейчас какой-то. В этом. Нет? Ну вот же она. Не пойму. В чем дело? Что за херня? Да вот она, блин. Ну вот, вот четко она. Так а чё она не выделяется? А, поджечь надо, наверное. О, ёлки-моталки. Логик. Так, одна есть. Осталось две. Что там я прошу? Вот я вниз спускался, теперь мне надо наверх. А что мне наверху? Дошарился наверху, можно тоже поджечь, получается. Даже так можно. Rain the dwarf's sole desire. Is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to save it if Rey would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. Как-то не задумался факел зажечь, в натуре.
And then he and Rayan go in search. Че я не зажег факел? Здесь, не пойму. Голоса тоже молчали. Сука. Долбаные голоса. То тарахтят безумолку, то молчат. Хрен их пойму. Барри дурки. Вот теперь сюда вот так вот. Хириакс. Ага, хрен. Ага, вот она. Как все элементарно. Так. Теперь у нас получается дальше, да? Это мы выйдем сейчас. Бежали направо, вышли. Теперь налево. Или я налево бежал, вышел. By the time she realized that only she could see them, her father, Zimbel, could see the monster in her. Что обратно? Это все одно и то же. Что обратно? Это тот же самый путь. Правильно? Ну конечно. Или нет? Ну да, вон дверца. Что тут? Вон что-то, какой-то ход. Какой-то ход. Тут я ничего не, как не пройду, не прыгну. Так, давай, подожди. Зажжем. Не так уж и страшно. Можно просто подожгать факел. Ты, бляха, муха. Специально или что? Что там у нас? Ничего интересного, да? Так, ладно. Давай сюда пойдем. Муха шла, шла, шла. Монетку, блин, нашла. Лабиринт какой-то. Так, налево. Налево мы не ходили. О, что-то новое. Главное, чтобы факел не потух. Зашибись, блин. Теперь свет ее не спасет. Ох, ядрен, матрин! Сюрприз, мазафака! Ай! Я забыл, как блок ставить. Давай, 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 давай. Вставай, ёпта. Сейчас вот так вот тихо. Да беги, ёпта. У тебя же экскалибур есть. Это чё за... О, зашибись, а у меня нету этого самого. Ох. Ох, получай, негодник. Получи. Ой, еще одно чудо. Бля, как кровинушка растекается. Тихонько там. Тебя, ах ты! Ты кто? На, получи.
Ай-яй-яй, факел. Так, это получается. Ага, это-то. Чертеж крови. Чертеж крови. Он и получается. Этот знак. Где еще? Еще надо зажечь. Еще, где еще? Вот еще. Ух ты, тут трубы. Хватит мне в ухо дышать. Это не сексуально. Ага, залезть надо. Кто там шипы надо? Вуаля! The beast is crawling into your mind, searching for weakness. Месячные ее слабые. It found your mother and used her to trap you in here. Слабости он ищет. Did you see her die? Месячные у нее. I don't remember. Ты сейчас эти самые прокладки прилепил или тампон вставил, и все нормально. А тогда, прикинь, тряпки менять. А ты еще поделись, попробуй. What if the darkness took her and trapped her here? Давай же, открывай. It's a trap. The beast is coming. Юма, нихуй. У меня сейчас мурашки по коже, по ногам, по рукам, везде вообще. Давай, ковыляй. Ёпты, ты быстрее можешь идти, нет? Нет, не можешь, да? Череп упал. Without his head, you will never bring his soul back. His fate is sealed. Now it can see you at your weakest. Ну все. Жизнь потеряна. Тебе еще за черепушка иди. Do you remember the darkness? Начинается. The beast is bringing it back. Воспоминания прошлого. Did you leave me? This darkness. Да потому что она думала, что ты мальчик. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Dylan. Прыгай вниз. Будет этот самый прыжок с Верой. И хлам. Да. Интересно, я на то ли могу рухнуть? Мне кажется, да. А факела нету, да? Факела нема. Факела мазефака. Ладно. Тик. Аккуратно. Осторожно. Нежно. Не забывай смотреть вниз. Это помогает. Какой камень весь в рунах. Так, ух, там какая-то решетка. Что за решетка? А посмотреть нельзя, понятно. Там именно вообще не что, забор целый. Там походу какой-то реальный был монстр. Факел. Это ясен хер, что чудовище внизу, потому что там решетка. Забор из решетки.
Ладишка. Или что это? Это воспоминание. Да? Нет, это тьма. Тьма, 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 да, это тьма. Все? Ушла? Не, где-то, значит. Где-то, подожди. Ну ладно. Харин. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Еще один ворот. Сейчас, наверное, будем с кем-то драться. Дира. О, ну да, конечно, вода. А я думал, сквозь не надо пойти. Все, окля. Тихо, ты так резко не это самое, не дергайся. Я немножко даже обосрался. Что здесь? Ничего нема? А смысл тогда? Тоже. Закутка. Ты сюда провинился, в угол ставили. Вдали от всех, и вода текла. Прикиньте, в угол ставили, и вода текла. О, блин. Щитом, су, шваль. На тебе. Горшок тебе на башку. А у тебя и так на башке горшок. Ну тихо. Ух ты, ты какой елдай, я сейчас... Ух ты. Елдай, горит. Ух ты, ё-моё. Что у меня палец на контур вообще не попадает. Ну, конечно, это как вот этим щитом задолбал. Не помню. Как щит выбить. Что такое? А, о. Ну тихонько. Главное не я. Ух ты, еще один. Ого. Ого. Тихо. Ай-яй-яй-я. Сам же полез. Ехал я. У меня нету фокуса. Ух ты. Да нет у меня фокуса, говорит. О, появился. Да пошел ты. Козев тапок. Ух ты, ничего себе. Я тоже могу так. Тихо, не так. Вот так вот. Повезло. А там еще сзади один. Ай. Блин, такое маленькое пространство. Комнатушка. Яха-яха-яха-яха-яха-яха. Тихо. Блин, что это за панелька какая-то? На. Не. Ух ты, ешь. Это вообще, ну не вообще вот так вот, так, пацаны. Придется немножко. Вай, вахнула. Ты какой, дай, я тебе дам, дай. О, даже так можно. Тихо. А где? Чуть не обгадился. Так, ладно. Вау. Бугалка. Тут, кажется, завалено, да? Да. Завалено. Ну, очевидно. У нас есть только один. Все, путь закрыт. Факел.
Буколка, буколка. Да, да, да. Похоже, это надо. Ага, это, наверное, сейчас. Надо снизу посмотреть вверх. Вверх. Тихо, тихо. О, вот она, вот она, вот она. Вуаля. Тоже мне загадки, ё-моё. Давай, давай, толкай. Ёпта, я думал, стена. Так, открываешь, а там стена. Бля, самуха. Вот что я ожидал, реально ожидал вот этого. Там был ручеёк, стёк, я думал, сейчас пройду, водить потухнет факел. А он потух здесь, блядь. Давай, 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 ковыляй, быстрее, 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 давай, 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 давай. Фу, хорошо, добежал. Нормально все, да, я best, best of the best. I'm best of the best of the best of the best. You're best of the best of the best. Тихонько, чё ты так шатаешься, алё? Шо с тобой? Ты не хыталась раньше так. Специально, чтобы пощекотить, пощекотить нервишка. Буковка М. М. Трупи, трупи, трупи. Да, понятно. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. Забыл этот фильм. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in the... Монстры. Отель монстров. When Fafnir slithers over the head, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Ну, прыгай. Sigurd leaps from the pit. Я чуть не убил. Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death. Наверное, узко. As it led to the death of one who owned it. Sigurd realizes that death comes to all men. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roast heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. Ну, там, да, одна из трех вроде. Это получается, оттуда улетели косточки туда вниз. Ага, понятно. Короче, что-то не маленькое там явно. Так, буковка М. А, я надеюсь, это здесь прям. Ага. Кинуть нельзя его, не? Прицелиться и кинуть. Не знаю, что туда отсветил. Так, а если я пробегу под водой, он потухнет, да? Да, и мне тогда придется сражаться со всеми там монстрами, которые повылазят. Так. Так, так. Ну ладно. Делать нечего. Куда я бегу? А куда бежать-то, ёпта? А чё, ну там же свет вроде бы. Чё она так балуется, а? Шо там? Там, там, да там, там. Там ничего. Прямо бежать не получается. Как я ж не заживу. У нас здесь вверх, влево сразу я не смогу, наверное. Ну давай, что ты
Тут подтянуться, раз и все, подтянулся. Ну шо, куда мне бежать? Где? Вот куда мне? Все, я потерялся. Бля. Пердец. Ого! Рука по плечу уже почти. Ёпты. Это что, каждый раз если умирать, она больше поглощается, видишь? Да не, все стихло. Надо посмотреть внимательно. Так, если сразу влево, наверх, вот сюда подняться. Так что я ж не зажил. Мне ж нечем. А туда получается, там у нас тупо тупик. Вот, ага, тупик. Тупик. А если направо, если направо бежать, вообще непонятно, что и что мне делать. Тихо, ты где там, ёпты, не пугай меня. А если подняться наверх, а ну подожди, посмотреть. Kill that. О, дырка. Слышь, может сюда надо? Она скорее. А, о, козы, скорее всего, сюда надо посмотреть, наверное. Пошупать. Помацать. Подивиться. Потому что ну явно не туда. Там просто ну нечего и негде. О! Факел. What she do? She's light up. She's making light. She's making a fire. She's got light on the inside. She'll be safe. Прыгай. Труби. Так, это мне надо стартануть из самой край. Тут свет есть, в принципе, значит получается ничего, по принципе. Ничего, в принципе, не будет, конечно, логически. Если подумать, но меня сто пудов сожрут, я не добегу. Затискают до смерти. Давай. Этот бег, конечно, у нее просто очаровательный. Такой именно. Супер быстрый. Это именно максимальная ее скорость. Ну. Ну-с, поехали. Давай. О, тут я понимаю, ускорилась. На, о, годится. Молодчинка, вообще. Вот это я понимаю. Стартануло, так стартануло. Спринтер не вообще не попадает. И опять. И опять я инвалидно. А шо фастер? Так я так, чё ты? Да все нормально. Успокойся. Загадки такие интересные. Там какая-то игра вышла. Там мне бабы башка растягивает. Тихо. Факел. Так, ладно, сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки, всем удачи, комментируем обязательно видео, все, всем пока.